Итак, ребята, всем привет! Вы на канале Вандама. Сейчас будем просматривать бой с турнира «Как за каменной стеной» против игрока «Радист». 24-й ранг из клана «Армия оф Украина». Сильный игрок на самом деле. Бой против него был, ну, не скажу, что сложный, но ну и нелегкий. Давайте сейчас посмотрим. Карта у нас была Пустынный крест, Сопровская карта. И Вахамом тут хорошо играть. Но все равно против 24 ранга сложновато. Это повезло мне, что Радист попался. Если кого-то там. Тут у нас перекач. Ну тут же Пая, к примеру. Мне кажется, я бы его уже тут бы не пробил. Радист по очкам умений, если я не ошибаюсь, не докач. У него где-то, ну какие у меня, 13-14 ветка. Ну, для его ранга это, конечно, маловато. Надо хотя бы 15. Так, идет сбор ресурсов. В принципе, неплохо собрал, но можно было и лучше. Играл тут Яохамом. Почему Яохамом, а не Альбами? Да потому что зачем Альбатросом, если можно Яохамом зарашить? Более на этой же карте. Если бы я вышел бы в Альбы, то большая вероятность того, что я бы не пробил. Так как 24 ранг, развитие у него получше будет, и он просто-напросто меня задавит жиром. Идет отстройка зданий. Постройка, точнее. Два штурма, 25, ну как обычно. Пока что никакой разведки нет. Вот тут вот пехотинцы патрулируют. Ну, просто так, чтобы не стояли. И улучшаем заводы. Четыре завода. Стараемся как можно быстрее улучшить завод специальной техники до хамелеона. И два штурмзавода. И один завод спецмашин для дикобразов. Вот уже есть ресурсы, начинаю производить технику. Тем временем на 4 минуте 45 секунде или на 40 был вертикс, я думаю, вы заметили там. Но как-то он так пролетел, особо ничего не разведал. Так, 5.30. Яохам уже выехал. Да, на 5.30 Яохам выехал. И пока он доедет, уже будет 6 минута. Вот куда он поехал? Ну, юниты, как обычно, туплят. Не знаю, с чем это связано. Вот 6 минута. Ну, 6.20 пошла первая атака. Пока Хамлеон доехал, блин, куча времени прошло. Видим, конфедерат наделал 3 циклона, куча пехоты, он был готов к тому, что будет Яохам. Пытаемся уничтожать пехоту. Основная цель — уничтожить ракетные установки. Ну, вот, казалось бы, какие-то циклоны, на самом деле он уже мой Яохам остановил. Но я не могу тронуться, так как дикобраза не хватает. Два дикобраза уже, в принципе, можно попытаться поближе подъехать, пытаться, ну, уничтожить ракетные установки. Но все равно это опасно. Можно тут уже встречать, ну, могут нас встречать грады. Но видим 4 Зевса. 5 Зевсов. Вот, отводит их назад. Я вот сюда отправил. Вот, кстати, был удар торами. Вот уже Зевса щит имеется. Ну, Яохам у меня, конечно, мощный, да. Но все равно. Мощный-то он мощный, но против Зевса щита 24 ранга. Ай, блин, увидели это? Как он на изях убил моего хамелеона. И все, отступать приходится. Видели? Один выстрел и нет. Точное попадание. Видно, что он Яохамом не раз отбивал. И довольно-таки спокойно. Короче, 10-я минута. Планирую менять местность. Попытаться с двух сторон. Не знаю, что с этого получится, но будем пробовать. Уже практически full КО. Командные очки. И сейчас поедем пробивать его. Вот, кстати, он тронулся в атаку. Я занят как раз этим отрядом.
тут пытаюсь как-то выстроить, но понимаю, что на одном месте их останавливать нельзя, так как может накрыть Тор и минус Явахан. Дикобразы, как обычно, рвутся в бой. Кстати, был удар Торами, потерял свои ягуары. Не помню сколько, но два точно. Вот, пытаемся что-то убивать. Тут бункер бьют, непонятно зачем. Я вот просто занят был атакой. Включил два хамелеона. Видно, что Зевса щит, ну, бьет, конечно, но не попадает. Принимаю решение подобраться к нему поближе и тронуться на прорыв. И временем забрать щита. Пока что Тором не видим, вот, ну, стараюсь как можно там прятаться, чтобы, ну, в край холма, чтобы Торы не так накрывали. И вот сейчас попробуем вот этот вот отряд и с этим для прорыва. Не знаю, что у него получится. Видно, что у него армии никакой нет. И, грубо говоря, сейчас просто будем давить количеством. И все. Противника армии толком никакой нет. Торы есть, Вертикс есть. Но если бы он не тронулся в атаку, возможно бы он и отбился. Так что, ребят, вот такой вот бой против радиста, 24 ранг. Кому понравился бой, ставьте обязательно свои лайки. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Всем удачи, всем пока.